Приветствую, дорогой друг. Я Алекс Рай, и мы катаем в Overwatch. Итак, ребят, в прошлой серии мы с вами начали катать в лунную базу Горизонт, новую, которая была добавлена в последнем обновлении. И на данный момент пытаемся... Ой-ё! Да и что? На тебе, на! На! Разобраться вот с этим турбосвином. Который свин в чистом виде. И поступает с нами очень по-свински. Но вот у нас сейчас скоро сломаются нулевые очки, и мы конкретно ему накостыляем. Защищайте объект. Объект потерян. Новая позиция обороны. Объект Б. Ну, давайте, козлы, идите сюда. Эгей-ей! Урода! На! Кто еще? Где? Ну! Вы издеваетесь? Тут у мартышки очки разбились, вы самые интересные пропустили, ребят. Хер с вами. Гиша! Вот куда мне надо было, в кучку-то. Только вперед! Как призрак! О, фу! Вовремя убежали. Но! Лично! Но! Ах так, да? Значит так. Черт, поражение. Лады защитить не удалось. Ох ты, какой у нас у бастиона прикольный скин. Ну, дзиньят или в том, что он матч сделает. Опа, так вот что он делает. Косит врагов своим бессмертием. Так, 11 убийств. Лучше так. Давай, покажи мне стадный инстинкт, народ. Голосую за Киллиана больше всех. Нет, стадного инстинкта не нашлось. Только не у этих людей. Радует, радует. Идем в следующий матч. Недоступно в составе группы. И как быть? Идет поиск матча. Джипсус. Что у нас тут? Райнхард, что у тебя? Неплохое лого. А у Давы? О! Другой разговор. Вот это уже лучше. Ну, давай матч. Я верю в тебя. Ищись быстрей. Опа, ребят, пока у меня ищется матч, подруга голосовое сообщение прислала. Аж целые 2 минуты. Только вот... Блин. А, еще и покинули группу, прекрасно. Ну так что у нас дальше?
возвращаемся к игре. Вы прибываете в Непал. Приготовьтесь атаковать. Выберите героя. Кого мы выберем? А, Фару на этот раз. Так, но. Я готов к бою. Давай. Странно, почему мне в первый раз не нажалось. Тут на восклицательный знак можно посмотреть, что у меня там было. Так, Shift это, по-моему, взлет, да? Проверка систем. Да, это взлет. Это просто небольшая взрывчатка. Джетпак, вспомнил я. Здравствуйте. В какой-то веке. Привет, дружбан! Кысь, где вы? Где вы, господа пидорасы? 5, 4, 3, 2, 1. Первый раунд. Захватите его. Стали на самом открытом месте. Атакуйте объект. Будет тебе атака объекта. Повышаю. Где вы, уроды? Объект активен. Двойное убийство. Вау, да ж так. Идите сюда, давай. А это вам как? А, зараза. Есть. Вот тут уже получше будет. Пока осталось 3 убийства, только опять этот турбо-херослин. Жирный аналог Куджа. Я в тебя все равно попаду. Скотина! Ты скотина, понял? Я больше не ошибусь. Я думал, она скажет, я больше не няша. Впереди вражеская цель! Видишь, это что такое? Герои не умирают. Системы рапторы работают в штатном режиме. Понеслась! Блин. И тут у меня, короче, подруга пишет в этот момент. А, вовремя я не ожидал. Как раз, когда я играю. Ай. Герои не умирают. Зато у меня профигистов золото. О, меня воскресили. По осипке. На! Черт! Сюда бы ракетный залп не победил, но ему же еще надо время, чтобы подготовиться. Я больше не ошибусь. Атакуйте объект, вражья турель! Я уже на серебре, ай-яй-яй. Кто-то лучше меня справляется. Сюда иди.
другу все пишет и пишет, пишет и пишет. Ай! Я просто еще на сообщение немного отвлекаюсь. Уже 5 сообщений написано. Я больше сея на защиту объекта. Защищайте объект! Ну-ка. И сюда коза. Ах так, да? Ах так. А вот это вам как? На! Вот так! Это было очень эпично. Вот представьте, я лучший момент матча славлю этим самым. Блин. Вот это было реально круто. Забомбил-то как? Победа в первом раунде. Yes! Ну, лучший момент матча, давай. И сюда. Там уже кто-то подкошенный смайлик в чате написал. А где лучший момент матча? Не понял. Ничего, я снова так сделаю. Атакуйте объект! Приветствую. Когда они, в общем, снова окажутся в том проеме, который надо будет атаковать, я их конкретно пальну ракетным залпом. 5, 4, 3, 2, 1. Вперед! Захватите огонь. Здравствуйте. Так, так, так. Спасибо. Хотя тут уже другой проем. Атакуйте объект. Назад. А-а-а. Вот вы уроды, вот вы козлы. А если туда? Ну, перезаряжай быстрей. А! Вот тебе! Турбохряк! Вот так! Быстрей! Черт! Я уже на серебре, это плохо. Ай, я его не заметил. Слишком сильно он только свин отвлекся. Атакуйте объект! Я снова в бою! Йо, так это ты аккурат! Хотя к этому пёсу, конечно, это не относится, но... Мне нравится это выражение. О, вы посмотрите на эту безысходность. Это был верх безысходности. Я не смог ничего сделать. Герои, восстаньте! Но... Герои, не умирают! Черт! Что же? И сюда. Кто посмел? Ракетный залп готов. Надо только подпрыгнуть, подождать, когда у них там будет кучка. Двойное убийство. И устроить им шах и мат. В прыжке так. Еще. Надо их дождаться, надо их дождаться. Как-нибудь сверху. Блин. Черт. А если попробовать их перелететь? Нет, это не подходящий момент. Дождем, дождемся.
Ну-ка. Ну, отлично. Зараза. Вот так. Мой клинок жаждет битвы. Но я хотя бы пока на серебре нахожусь. Ладно. Хотя бы под конец. Лучший момент матча. Да, все-таки мой. У меня вечно эти лучшие моменты с парой получаются. 4, 5. Вот так. Но голосуйте за меня, ребятки. Да я сам за себя, блин, проголосую, если я там буду. Эпический. Так держать. Есть. Именно за меня. Так, золото и 2 серебра. Ну, более-менее сойдет. Вы прибываете на Кингс Роу. Может, снова фары попробовать? Я буду защищать невинных. Или хотя выбрать Райнхарда. Правосудие свершится. Полетели. Понс своим молотом. Где у нас там остальные? Ну-ка. А я. Блин. Ладно, поезд другого матча, так поезд другого матча. А пока мы в поиске активном. У нас Ухадзо. Новая. Так, хотя... Что лучше, это граффити или это граффити? Что у нас там пишут? Вот так. Сойдет пока. Свинки можно этот раз. Я ходячий апокалипсис. Опа! Идет разминка у нас пока. Потренируемся со свинкой нашей. Даже выстрелить не успел. Ну конечно, сколько их там было-то. Может, зарей попробовать? Так, где это тут? Где? Где ты, мой любящий противник?
мой прекрасный противник. Окружение защитника союзным барьером. Вы прибываете в Голливуд. Голливуд, да? Отлично. Может снова фары их всех перебомбить? Но приготовьтесь атаковать. Выберите героя. Ладно, фары. Давай быстрее еще одного. Чтобы... Так. Let me play with Sombra Man. Дай мне поиграть с Sombra, мужик. Вот фиг там. Ой, начинаем. Вперед. Я буду защищать невинных. И снова у нас минуту надо будет ждать. Оба. Оп. Постарайтесь там не умереть. Ой, ладно, хорошо. Договорились. Будем ждать пока. Пока тут они все будут носиться, угорать, бегать. Атака начнется через 30 секунд. Давай просто сделаем дело. Ну, они себя ведут как безумные прям. Моя суперспособность заряжается. Точка сбора, моя позиция. Моя суперспособность 4, заряжается. 3, 2, 1. Атака началась. Опа! Как я полетел сразу же. А что если встретить их по-другому? Правосудие свершится! Макривди! На! Ладно, да ладно, меня уже все победил. А если так? Да, здесь бастион. Бастион, ты выход, слушай. Кто кого, да? Ты меня, козлина. Оставил там свою долбанную турельку, урод. А, мы ее убрали. Кто опять там меня? Ладно, ах так, да? Двойное. Это мне всегда. Нормас. О, неплохо. Броня, разбирай! Кому в броньке? Спасибо. Тебя. Одно убийство только. О, меха. Меха, меха, меха. Кто за тебя? Делаем дело! Хотя это Анна. Может быть, за Лусию побегать? Пора ускориться! О, вы это чувствуете? Вражеская турель обезврежена. Какой опасный музыкант, наша тут Лусия. Зацените! Берите турель врага! Вот так! Вражеская турель уничтожена! Нравится, да? Два луча между собой дерутся. Как тебе? Прибавим звук! Ну-ка. Есть.
Тут это уже другой разговор. Что, не попадается больно-то? Ладно, выпендриваться не буду. Черт. И тут я такой, бах! И нет меня. Йоу, с первого такта. Ха, делаю погромче. И музыка сразу начинает. Качает только на 2 секунды. Ну-ка. Неплохо получилось. О, вы это чувствуете? Так, куда мы там поднимемся теперь? Ой! Нет! Зараза! Эта музыка будет вечной! О, вот эта музычка по мне! Так, это мы подлечим наших союзников. Только далековато они, конечно. Впереди вражеская турель. Черт! Ну я хотя бы пока бронзу получил. Все хорошо. Надеюсь, этого никто не видел. Прибавим звук. Отлично. Есть. Мне на секунду показалось, что там ульта так здорово зависла в небе. А это нет, это просто синий пластмассовый дракон или медуза или что. Надеюсь, этого никто не видел. Ускоримся. Да-да, поняла. Блин. Хитрожопая. Надеюсь, этого никто не видел. Надо бы поднять твой аппарат. Я покажу, как надо. Лео, я с вами успеваю стрелять. Отлично, видно, активирую. Ну-ка, кто отсюда выйдет? Обнаружен противник. Победа. Шикарно. Лучше у нас начал качать и... Мы победили. Лучший момент матча. Двойное. Тройное убийство. Магия, чувак. Не то, что некоторые. Ну, давайте замену больше всех. Ну? Почти победил. Ну ладно, покидаем матч. Ну а продолжение ждет нас уже в следующих катках. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписаться, а также поделиться видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлист игры вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Фрай. Всем бай-бай, друзья!